Молочная компания в этом году, вообще в 2020 году проходит очень интересно. Благодаря тому, что у нас так очень достаточно долго проходит голосование, прибавился процент избирателей. С утра была большая очередь. Очень много желающих было изъявить свое волеизъявление по поводу поправок в Конституцию. И очень много у нас в этом году даже превысил процент посещаемости. То есть на данный момент на 3 часа он составляет 25% от всего избирательного участка. Это достаточно много. И они активно в нем участвуют. Ну, сейчас по выездам мы тоже ездим. И на данный момент у нас 5 проголосовавших вне помещения. Через буквально 15 минут мы организуем еще одно голосование вне помещения. На данный момент, на 1 июля 15.10, у нас на участке проголосовало больше 150 избирателей. Но за те дни, которые предшествовали голосованию, у нас было 326. Таким образом, у нас порядка уже 500 человек, которые изъявили свою готовность, активную гражданскую позицию. Значит, нам повезло то, что мы находимся, наш избирательный участок находится в больнице, поэтому здесь он у нас обеспечен квалифицированным медиком, который замеряет людям температуру в случае, если что-то, не дай бог, какой-то с человеком со здоровьем проблемы, ему окажут тут же первую помощь. У нас есть представитель пожарной охраны, у нас 2 представителя полиции, у нас есть, конечно же, наблюдатели, 3 человека, которые тоже нам активно включаются, нам помогают в работе избирательной комиссии. И наша комиссия, состав ее 12 человек. Сегодня, на 1 июля, это последний день для голосования, да. В принципе, принцип голосования остается такой же, как и на предыдущие 6 дней. На данный момент на участке присутствуют почти все члены комиссии, за исключением 2 членов, которые уехали на голосование вне помещения для голосования по заявочкам. Значит, у нас 2 полицейских, у нас находятся представители МЧС, медицинский работник, значит, человек-волонтер, который меряет температуру при входе и направляет голосующих или в это помещение, или дополнительно подготовленное помещение для тех, кто будет выявлен с признаками заболевания какого-нибудь. Значит, у нас 2 оператора КАИБ, которые контролируют работу электронной урны для голосования, которая сейчас на большинстве участках используется. Конечно же, на участке проходится санитарная уборка. У нас имеется график по уборке помещения. Значит, у нас проходит и влажная уборка, и дезинфицирующая уборка. Сегодня, на 1 июля 2020 года, на время 1:10 на участке номер 367 проголосовало 626 человек. Голосование у нас проходит в обычном режиме. То есть мы встречаем голосующих, у них измеряется температура, выдаются им средства индивидуальной защиты, то есть масочки, перчатки. Ручка также сразу в комплекте выдается. Так же, как в предыдущие 6 дней голосовали они. И, в общем, проходят, голосуют. Все хорошо. На участке комиссия в составе 8 человек работает. Наблюдателей 3. 2 представителей полиции, 1 МЧС. Медик есть. В общем, представители СМИ тоже посещают нас. На 1 июля на 13.30 у нас проголосовали в стационарном режиме 93 человека. Уже был у нас выезд. У комиссии 11 человек проголосовали вне помещения. Сегодня проходит у нас общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Хотелось бы подчеркнуть, что не только сегодня, скажем так, завершающий день голосования, до этого 6 дней все избирательные участки нашего города, нашей страны, как вы знаете, работают в таком штатном режиме. Мы принимаем избирателей с 8 часов утра, принимали, до 8 часов вечера, так же, как сегодня. Вот, каких-то особых изменений в работе комиссии нет. Все члены комиссии работают, используя средства индивидуальной защиты.
То есть у нас как бы производится постоянно влажная уборка. Мы заботимся о том, чтобы наши избиратели были в полной безопасности. В состав нашей комиссии входит 11 человек. У нас присутствовали все 6 дней сегодня с нами 3 наблюдателя. Вот, и необходимое количество сотрудников МВД и ГУМЧС. Хотелось бы отметить достаточно высокий уровень явки, несмотря на нестандартные условия голосования в нашей ситуации. На 14 часов 30 минут 1 июля на нашем участке уже было 862 проголосовавших, что составляет, в общем-то, треть от численности нашего участка. Выездные у нас были все 6 дней, мы проводили до 1 июля, и сегодня у нас была уже большая выездная команда, скажем так, которая обслужила 16 человек.